GL. Просто GL. Ну, у мужика кадры. Была фирменский бампер стоял. Бумер и через... Это не я Да. Нет! Феликс, ты куришь? Блядь, нет! Или ты не куришь? Сигареты, я не курю сигареты. Феликс! У меня розовый телефон. Ты куришь? Я понюхаю дым. Я черный курю, ложки там. Все 80-е, конец 80-90-х годов. Блядь, мы жрали, блядь. Папарацци. 1000 евро, блядь. Есть такая песня про папарацци, знаешь? Я убью тебя, лодочник. Музыку отрегулируй нормально уже. Ну я не знаю, что включить, блядь. Включит интернет и все, хоть стреляй. Говорите, парни. Сейчас диск. Говори. Мы записываем. А наболевшим диск. И будем здоровы. Ах, Агадоль, они рассели Арим-то. Я меняю название сериалов. Ликвода Хевер. Я теперь буду писать Камеди Бумер. А, уже Камеди Не, Бумер Продакшн. Нет, Камеди Бумер. Мне понравилось тогда, как он написал. Участники установки. Кому мы ставили? Тебе на Тойоту мы ставили? Кого? Этот, Шнорки. А как он написал? Там выразился? Как ты там написал? Надо посмотреть, я уже не помню. А что там написал? Серега, ты пьешь, нет? Ну, каждому ты придумал до названия. Да, бля, глючит и там... Бля, надо посмотреть. Да, прикольно было, я понял. Ладно. С новым годом, парни! Снова. С новым счастьем! Еще раз! Динг-динг-донг! Динг-динг-белл! Очередной год будет лучше, чем прошедший. Да. Колу снял, блин. Поворовался. Засчитай! Дети разговаривают, один ребенок говорит, а меня принес аист. А меня с интернета, говорит, скачали. А я всем был пиздец. А у нас семья небогатая. Папа все делает сам. А когда смеется? А вот то, что ты сейчас сказал, действительно хороший анекдот. Да, про медвежонка, да, знаете анекдот про медвежонка? Давай послушаем. Безверята тусуются на поляне, лисенок говорит, а мы поедем летом в соседний лес. Вот, потому что я был очень хорошим лисенком. Там волчонок говорит, папа барана принес домой и дал мне пол барана съесть, потому что я был хорошим волчонком. Там вороны говорит, сынок, там, а мы полетим за границу, короче, в Украину, блин, летом. Короче, склифосовский, да? Все, а медвежонок стоит такой, говорит, а я вообще всем пизды, да. Или вот они говорят, ну-ка зачитай. Папа спрашивает у дочки, дочка легла спать, папа спрашивает, дочка легла спать, и говорит, ты, говорит, уроки сделала? Зачем? Меньше знаешь, лучше спишь. Все, даже без бумажки. Запомнил бы. Это ты своей девочке рассказывал? Слышь? И поэтому... Влад на Хайлексе там тоже заебался. 380 тысяч, движок вообще, ну, никто не лазит. Заехал, потом его он менял, только там свечи накаливания. У Сережки электрик. И поехал в объезд. Ну, в прошлый раз был. А, ну, же нормальные герои. У него тут идут длинные тут. А что это получается? Валера, я заебался искать эту писатель. Не, чем это машина не поменял. Ну, его штуки, да. Я не видел машину под дом стоял. Сложнее, чем Акаму. Ну, две штуки. Бумер. Ты что сравниваешь? Бумер, ты видел, как бутылки летают? Нет, а как бумер сравнивать с пустыней? Это совсем две разные вещи. Водить, что это пустыня? Да. Нет, это, блядь, Владимир 21. Я не знаю, я спрашиваю. Ну, пудра, блядь. Если летом, другую не помню. А если зимой там пудры нет. А у тебя сколько она пошла? Ну, клади. Сейчас там была пудра. Оставь. Я просто забил, там пошла, да, понимаешь. Не пошла. На 170 поменяли. Не, мы спустились. А, или спустились на этот рейс? Да, все остальное родное стоит. Только движок. По документам там как бы... Что, опять же, недавно продавали трубки, блядь, короткие. Чисто вот такая камера. Я, честно, машину мне было жалко. Да, потому что движок... Провать новую резину? 87 тысяч, блядь. Я не видел... Том, блядь, не купил. Он говорит, я, блядь, проклинаю, блядь. Чего не купил? Бумер, уберись. Что не купил, блядь? Чего не купил-то? Машина тоже прошла, что-то 100 с лишним тысяч дедов продавал, говорит, там, говорит, такая ляля, говорит. Ну вот этих всяких штучек наслушался.
Вау. Честно говорю, я не даю. Знаешь, вот, говорят, дед купил, Машину, я же купил Тойоту, когда? Ник, я же когда купил. Ищи назад. Я тоже загорелся. Лёнь, это идея. Я буду продавать машину, я напишу папе номер телефона. Я тоже загорелся. Или жены. А этого придурка Тойота. 33 колеса. Человек за сильный. Бумер, ты пьешь? Рушинаем. Бля, буду сейчас зубы выдавать. Я тебе взять новую Тойоту. Мне жена сказала, говорит, слышишь? Я, кстати, читал недавно, сколько я читаю на нашем городском, я говорю, 1025. Да, да. Типа читал сразу, машина отвращается за самый жизнь. Да, да. Мастерской, типа смотри, они не ездят, говорит, это лечит, будет, блядь, больше кайф. Да. Я 5-6 тысяч ездил в год, это в основном то, что когда выезжаем на Киев. Я еще меньше, блядь. А я еще меньше. Ты работаешь? Он работает на ней, Серега, ходит они так, блядь, что вы рассказываете, блядь? Серега, блядь, это еще собираюсь. 370 тысяч прошел, движок, блядь, ничего не менялось. У нас старая машина. Он пашет, он работал, эта машина рабочая. Пока он 2 года или 3 он ездил на Берлин, да, а до этого, блядь, 4 года, блядь. Давайте выпьем за нас, за продавода. Не, ну да. Не, ну смотри. За нас. Энкмо Паджеро. За нас. Энкмо Паджеро, блядь. Похуй на приятно. Энкмо Паджеро. Вот так, ты скотина. Я ищу, блядь. 60 тысяч Паджеро. Ты сволочь. Берешь? Селедочку кушай. Кого? Селедочку кушай. Нет. Она ручка. Пацаны не ели еще. Ты селедочку кушай. Пацаны не ели. Автомат, блядь. Я тебе скажу. Блядь, ты не уйдешь, пока селедку всю не съешь, скотина. Мне в России нравится, в магазине, что я мало селедки. Мало селедки не взял. Не, он говорит, мало селедки взял. Ланкрузер 80-й. 70. 80, он уже и круглый, и двухмостовый, блядь, с автомат. По-моему, 80. Заебатая вещь. Здрасте, стоит. Благо хороший крузак продает. Ага, 100 тысяч. Ну, а что ты хочешь? Кто, Боря? Да. Купил за 80, продает за 100? Так он вложил же. Кого? Только резину поменял. Хочешь патруль 2010 года за 200. А какой Боря, бля, крутку? Боря. Боря с... Ну, который с Яшей катается. С Яшей, да. 75-ку у него, как... А, 75-ка. Ну, чао. А они останавливаются, говорят, ахи, кафе. Все, блядь. Все, блядь. Седьмой этаж. Седьмой этаж. Работали там арабы, блядь. Не арабы, а негры. Это был год 2000. Те же мусульмане. 2000 год. Я думаю, ёпта, эфиопы, вот что ли, мать ее сраку в дыму. Эффект. Они мусульмане. Эфиопы. А оказались луцкие арабы, блядь. Я один с тремя хуярился там. Негры, да? Негры, ёбаные, ну, да, негры, есть, блядь. В Луде у нас не бедуины, живут, короче, какие бедуины? У нас ракеты, у нас негритовые арабы. Нет, да? Бедуины и мусульмане. А вот арабы... Слышь ты, молдаванин, ты будешь или как? Негры, арабы, душа, блядь, сюда, блядь. Я видел, да, там тоже приезжали на работу в старой промзоне. Ты их видел, что это последняя бутылка? Да, блядь. Всем поровну, блядь. Тебя обделим, сволочь. Всем поровну наливаем. Мне кинули камень, блядь. Я даже, блядь, долго ждать не стал, взял камень, тоже кинул, ёпта. И они побежали с этими тяпками, блядь. Которые... А у него стакан большой, ему меньше всех наливали. Это опасная вещь, опасная. Бегут, блядь, на меня. Зубы, один протез 4000 шекелей, блядь. Скотина. Первый запинается и падает. Как раз где, там ступенька метровая. Он запинается, падает и прямо мордой ко мне. Как выебал его, блядь. Как ты можешь его уебать? Да. Но я бывший боксер, блядь. Ты не смотри. Ну, мы все бывшие кто-то, блядь. Надейте. Третий оббегает меня со стороны. Как уебал мне ты палкой, палка сломалась, блядь. Об тебя? Но. Не больно. А ты в каске был? Нет. У меня голова такая.